Всем привет! Вы на канале Аленка. Мы продолжаем. Дальше снимать. Про Wildcraft. Ой, тьфу ты. Roblox. Господи. Я вот не знаю, в эту поиграть. Или в эту. Вот давайте сначала в эту. Где звери? Волки. Там изменили теперь локацию. Жаль. Ну ладно. Воя сердце. Скрытый лес. Интерфейс за русский. Так, и так, ну убираем. Вот. Скрытый лес. Я, по-моему, эту игру снимала. Да, я эту игру снимала. Там была другая локация. Сейчас теперь там другая. Изменили тут локацию. Так, вот мы. Ладно, это не тут. Взрослые волки. Охотник. Нет, на охотниках. Группа волка. Чтобы открыть эту дверь, вам нужно присоединиться к... Чё? Ладно, потом. Как-нибудь потом пойму. Тут еще щенок волка. Лучше бы написали, а не волки. Щенок волки. Волки... О, господи. Всё, я буду за щенка играть. Блин, с кого мне играть теперь? Я не знаю. Хочу за этого. Ой, маленький. Мой маленький. А этот радужный. Вот видите, изменились. Тут теперь лес, нету поляны. Я маленький. Я маленький, веселый. О! Капка, няу. Ну-ка, можно я к вам? То есть, как капканы. Так, а можно на верхуху залезть? Слышу рычание. Я. Как? А, кажется, поняла. Я. Захваченный образец для продажки. Чего все клетки заняли? Я тоже хочу.
могу, я сама открою. Все, я тоже буду тут сидеть. Нет, лучше я сюда пойду. Не хочу. Тут буду. Уходи, человек. Ну ладно, всем пока и до скорых встреч.